Три человека из четырех к концу рабочего дня чувствуют усталость глаз. По словам офтальмологов, такая статистика заставляет бить тревогу. Негативное влияние гаджетов только усугубляет проблему, и без того усталые глазные мышцы вынуждены работать на износ. Каждый третий уже не может видеть мир четко. Профилактика – лучшее лекарство, любят повторять доктора. Чтобы выявить проблему, достаточно вовремя обратиться за помощью. Рассказать о том, как важно это делать – одна из целей программы «Кризаль» – бренда по производству линз и очков фирмы Essilor. У нас в оптике компьютерная диагностика, и у нас подбор очков и контактных линз именно. Вот подбираем на аппарате сначала, а потом уже более точная диагностика, более точно подбираем и очки, и контактные линзы. Программа реализуется с целью повышения качества жизни и информирования населения о необходимости регулярной проверки зрения и состояния глаз. Причем делать это важно как взрослым, так и детям. Работаем мы с 9 до 8 часов каждый день, без выходных, без перерыва. И очень рады вас всех видеть. Приходите в любое время. Салон оптики «Новый взгляд» расположен в торговом центре «Панорама» на первом этаже. Специалисты утверждают, потраченные пара минут в течение этого месяца для проверки зрения окупятся четким и ясным взглядом на мир в будущем. Ведь наше зрение – важнейший способ восприятия окружающего мира. Татек Джилавян, Станислав Сушков, Архыз, 24.